55-я серия Мурманска, Магадана. В этой серии будет пройдено 41 километр пройдено. Средства выделяются. Короткая остановка в городе Чернышевск. При подъезде к Чернышевску двигался по Яндекс.Навигатору. Посмотрите, куда он меня завел. Я там остановился, еще сделал фотографию. Зачем заезжал в Чернышевск, сейчас уже не помню. Или государя. Ну, хлеба хотел взять или конфет. Пригласи, чтобы он проехал здесь. Да. Ну, неважно, посмотрите. И короткая поездка по городу Чернышевск. В следующей серии старт. С этого же места, где закончится серия. С момента старта 2 часа 49 минут, но меньше 2 часов. Идет съемка. Средняя скорость 77. Расход бензина 5.1. Запас хода 560. За Чернышевском расстояние сказать не могу, примерно 100 километров за Чернышевском сбоку была заправка, стояла цистерна, правильное название, цистерна, и рядом была будка. Там сидел тогда пожилой дядька. И на просьбу заправиться ответила: бензина нет. Время было зима, ох, или поздняя осень, вот они нежданчики какие. Ну, вперед посмотрите, что вечная мерзлота. Оправдываются строители. Может быть, вечная беззалаберность, может быть, вечная и так сойдет. Да ладно, и так сойдет. Нет, ребята, так не сойдет. Слева и справа на горизонте горы, а здесь движение по равнинной местности. Совсем скоро будет Чернышевск,
заеду, возьму кофе и сахар. Промою стекла, не забыть. Ну, заодно немножко разомнусь. Животные на дороге, или они ждут, когда я проеду. Или что, буренки? Проходите. Объезжает посреди дороги, стоит.
смотрите, сколько следов ремонта. Магазины в городе Чернышевск. Показываю варианты. Так. Заехать. Маршрут построен. Прямо 14 километров. Так. Заеду в продовольственный магазин, который предложила. Яндекс.Навигатор, ну, надо полагать, Алиса. Он показывает 50% силы сигнала, а формат у него LTE. Что такое LTE, не знаю.
следы торможения на асфальте – это как дорожный знак. Самый верный. Понимаю, они специально, что ли, так делали? Показатели прибора здоровья. Это пульс и содержание кислорода в крови. Вчера были плохие вечером. И там по городу. С левой стороны видны эти столбики, укрепляют край дороги, камнями укладывают. Это вот, по всей вероятности, тот участок, где дорога частично была разрушена.
Чернышевск, прямо по ходу с правой стороны. Прокопали и асфальтом не... не заполнили. Где-то здесь, по-моему, вот на этом участке был провал дороги. Может, дальше, я точно не знаю. Но вот всю трассу, видать, на этом участке решили укрепить. Государь отслеживает состояние дороги, и, упаси Бог, упаси Бог, кому-нибудь с государем шутить. Типа, авось и так сойдет. Виновному мало не покажется. Ой, как мало не покажется. Гостиница «Карина». В жизни туда не пойду. Без комментариев. Сеткой. Чтобы грунт не смыло на дорогу. Через 1.5 километра поверните направо. Хорошо. Домашняя кухня, говоришь? Что-то я сомневаюсь в этом. Но, к сожалению... Через 500 метров поверните направо. Я бы воспользовался и... Многая стоянка и его матери. И банькой, и всем, но... Да, дорога тут, конечно,
Ну, надо заехать, надо заехать. Что так, 1.5 километра? Ну и нафиг. Вот такая была Бердюшка в Тюменской области. Что это такое? Сейчас я еду, я не знаю. Это не дорога, а направление. Алиса, Алиса, подставила ты меня в очередной раз. Выбрала мне дорогу под названием «Смерть фашистским оккупантам». Будет вообще великолепно, если тут будет тупик. Не понял, что говоришь? Моста же нет. Целковские двухногих понабрали, говорят, на Якутию, где макак телят не пас, куда будут лазить. Двухногие там не пойдут, где я пройду. Вот. А у меня последний мост, он ленивец. Он поднимается при любой нагрузке. Двухногие будут стоять, одноногие, а я поеду. Того, что веса больше, что ли? Конечно, конечно. Понял. Я говорю, Дылковские вот тут многих набрали, что я не видел, висит у них мост, не висит, по-моему, нет.
я один, видать, крутился. Ну и как теперь выезжать отсюда? Как заехал, ведь так и выезжай. Отвечает мне Алиса. Спасибо, подруга. Подружила. Маршрут перестроен. Да пошло Поверните ты что это. Ага, сейчас. Все, брошу и повернусь. Тебя слушать, это иногда твои подсказки такие, что врагу не пожелаешь. Маршрут перестроен. Надо ехать в центр Чернышевска и там смотреть магазины. Могли бы поставить знак, что въезд запрещен или проезд запрещен. Но откуда они знали, что эта долбаная Алиса временами очень нехорошая девочка. Еще этот идет. Дороги нет! А, Москва чекунки забрала! Это, ну, ты местный знаешь. А, ну извините. Короче, бать, езжай сейчас сюда, дальше. На правой стороне будет отворот Чернышевск, по кругу Да я знаю дорогу, я вот по этой. По навигатору. По Яндекс навигатор, она завела сюда, блин. Вам куда надо? Спасибо, дружок. Вам куда надо? Да я хочу в магазин заехать, кофе взять. Да. И 500 метров в правой стороне будет отворот. Там и кафе, и магазины, и заправки. Спасибо, да. Удачи. Вот так вот. Огнем любит. Москва, говорит, все деньги забрала. Москва не все деньги забрала. Половина здесь на месте разворовали.
Так, ладно. Через 300 метров поверните направо. Ребята смеются. Ну да, но такое тоже бывает. Я уже знаю, на этой стоянке я бывал многократно. Там заправка с левой стороны, с правой стоянка. Вот приключение такое. Стоянка. Через 500 метров поверните направо. Почему через 500? Вот с правой стороны я останавливался. Поверните налево. На ночевку. Маршрут перестроен. Поверните налево. Прямо 2 километра. Опять на магазин продукты. И вот она меня тащит, красавица Алиса. Да, стоянка от той, которая была раньше, мало что осталось. Здорово изменилось. Территорию оградили покрышками от автомобилей. Вот отель, гостиницу поставили. Через 300 метров поверните направо.
куда же ты меня тащишь-то? Ну, старое место, когда раньше предлагала 370 налево. Вообще, небольшое приключение на маршруте. Поверните налево. Шкалеры идут со школы. Да куда ж ты меня прешь-то, ё-моё? Ё-моё, несчастный магазин ты, блин, выбрала у чёрта на куличиках. Подъехал к этому месту со стороны к этому мосту, что ли, разрушенному. Да, ты меня достала точно. Поверните направо. Ни хрена там нет проезда. Маршрут перестроен.
маршрут построен. Центр обувь, аптека, автоаптека. Дебют, блин. Хостовары. Магазин. Ну не может быть. Йога-центр. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. Знаешь что? Визуально увижу. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Кафе, блин. Прямо 1 километр. Здесь я остановлюсь. Режим записи. Такое ощущение, что в этом городе только мебель, авто, обувь, все что угодно. Аптеки. Ритуальные услуги. Обувь. Мой малыш, одежда. Ребята, вы чем-нибудь питаетесь? Продуктами имеется в виду. Магазин Тополёк. Вот еще какой-то магазин.
Так, купил я наконец-то кофе. Сейчас поеду, подберу более-менее место. Делаю кофе и немножко ухожу, отвлекусь. Поиск. Могучая. Взгляните. Поехали? Поехали. Маршрут построен. 3,5 часа до Могучи. Что-то... Так, где мои глаза? 291 километр. Ё-моё. Ну-ка, давай Скорбатину. Сковородино. Взгляните. Поехали. Маршрут построен. 612 километров. Это много. Сковородино много. Давайте отмена.